Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про новую рулетку с гарантированными мификами и скинами на пушечку. Также, ребятки, мы с вами поговорим еще про возврат УЦ, и помимо этого мы еще поговорим про обновление 3.3, где нас должно ожидать тематика Атлантиды. Короче, все это мы с вами обсудим в сегодняшнем видосике. Если вы вдруг не поняли, какой рулетке идет речь, именно вот эта вот рулеточка, ребят, мы также поговорим с вами о том, что ее можно крутить вообще бесплатно, да и плюс к этому все награды можно забрать гарантированно, поэтому обязательно смотрим до конца, не забываем прожимать свой царский лайк, ну и конечно же не забывайте про розыгрыши, ребятки, потому что у нас на канале проходит куча розыгрышей. Во-первых, у нас на канале проходит розыгрыш 3 паков вот этого вот пути, да, с Dragon Ball, то есть 3 пака по 900 UC-шек. Результаты уже в видосике, где мы с вами будем обозревать бонус пас, да, который выходит 14 числа. Также, ребятки, у нас в ролике проходит еще и розыгрыш прокачки аккаунта, ссылочка в описании. Результаты уже в следующем видосе, поэтому переходи быстрее и участвуй. Ссылочка есть, просто нужно лайкосик, оставить комментарий с айдишкой, ну и само собой подписанным нужно быть. И помимо этого, прямо сейчас, вот прямо сейчас в телеграм-канале проходит розыгрыш 5000 цешек. Результаты через 2 часа. Чтобы участвовать, просто нажать на кнопочку «Участвуй». Все, вообще ничего не нужно больше. Ссылочка также в описании. Поэтому, ребятки, переходите, участвуйте. Все это сделано для вас. Знак благодарности, конечно же, за вашу поддержку. Поэтому не упустите шанс выиграть халявные ЮЦшки. Ну и конечно, там еще в описании есть ссылочка на самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми ЮЦшками. Ну вы видели открытие Драгонбола, да? Короче, если вам нужны ЮЦшки быстро, выгодно, оперативно и, что самое главное, гарантированно самые фартовые ЮЦшки от партнера Павга, тогда, ребятки, мой магазинчик к вашим услугам. Мы работаем круглосуточно. И первое, что хотелось бы, конечно же, обсудить, это рулеточка, которую нам добавили. Я ждал ее ночью, кто подписан на телегу, тот знает, да, а ее добавили днем. Вообще непонятная тема. Лучше бы уже все рулетки днем добавляли, я бы спал хотя бы. Но я бы тогда на работе не работал. Короче, значит, смотрите, у нас есть вот такое вот событие, ребятки, если вдруг кто еще не в курсе. И здесь есть именно бесплатные прокруты для этой рулетки. То есть вот этот вот купончик, вот этот вот купончик и еще вот этот вот купончик. Они все для того, чтобы вы могли просто бесплатно крутануть рулетку, которую сейчас добавили. Да, здесь я знаю, что временная эмоция, но эту эмоцию можно, кстати, выбить из эмоции с Рональдо, да? Можно ее выбить из самой рулетки, которую здесь у нас именно добавили. Поэтому прямо сейчас предлагаю, конечно же, пойти на аккаунт Хардыча, покрутить эту рулеточку потом на моем аккаунте, и, в принципе, вы увидите, что к чему. Спойлер, я записываю этот фрагмент уже после чего покрутил рулетку, и там, ребятки, все оказывается гарантированно, то есть ты забираешь именно награды абсолютно гарантированно. Мифики, скин на пушечку, эмоцию. Короче, смотрите далее. Ну что ж, мы с вами на аккаунте Хардбасыча, и давайте прямо сейчас покрутим эту новую рулеточку. Посмотрим вообще, как она крутится, что сыпет, не сыпет. Короче, поехали. Давай за 5 UC-шек, конечно же, сразу. И вот я вам честно скажу, даже эта рулетка лучше крутится, чем то, что у нас там в ящиках. Ну типа интересненько наблюдать. А, нет. Забирай свои слова обратно. Забирай свои слова обратно. Здесь просто именно один раз почему-то. И здрасте. А тут гарант у нас, да? Ну-ка. Эмоция, которая так была. Интересно. Здесь несколько гарантов, да? О, ничего себе. Это интересно. Не, ну рулетка вообще ни о чем, если честно, ребят. Что-то я сразу ошибся. Чисто бесплатно ее крутить и все. Ну-ка, давай так тогда. Тоже ничего. Ну-ка, и гарантик. Давай мифик какой-то. О, головной убор. Еще гарант можно? Серьезно? А сколько их тут? Короче, чисто на гаранте можно забрать все предметы, которые здесь есть. Вот тебе берил, пожалуйста. И еще гарант на 120 прокрутов. Ничего себе. А может, из самой рулетки упадет, не? На секундочку так, просто. Не вариант? Вообще ничего не падает отсюда. Чисто из гарантов все, серьезно. И знаешь, что самое обидное? У меня-то эта эмоция есть. И он мне ее тоже еще раз сыпанет. И здесь просто забираешь мифик, да? Ну, короче, вы поняли. За 120 прокрутов ты забираешь себе гарантированный мифик. То есть за 3 кайсика ты забираешь все отсюда. Это даже рулеткой назовешь, если честно. Это просто 3 кайсика и забрал себе гарантированно пушку, эмоции, короче, все это.
Ну а теперь давайте покрутим на моем аккаунте, посмотрим, как у меня сыпанет. Или тоже придется из гаранта забирать. Но хотелось бы, чтобы сыпануло хотя бы чуть-чуть как-то что-то. Не зря же есть эти мифики там у нас в самой рулетке, да? И бирильчики и так далее. Но если эта шкала заполнилась, я так понимаю, ничего не упало, да? Угу. Сейчас тоже ничего не упало, я так понимаю, правильно же? И ты там фиг разберешь вообще, что-то падало или нет. Давай, эмоция, да? У меня есть она, алло! Просто игра. Обожаю эту игру. Чисто нате еще одну повтор. А чё? А чё тебе не... Давай два Рональдо, чё один только? Не, вообще не сыпет нифига. Просто там крутится, как вообще крутится. Как смотреть именно, что упало, что не упало. Что пропало. Давай мифик, голова. Так же, как и у Харда. Потом бери... А, он просто по нарастающей идет, серьезно? Ну, короче, сейчас посмотрим, если берильчик также упадет следующим, то, значит, она просто идет по... О! Набор красный жар. Ну, хоть что-то упало отсюда. Кстати, харду вроде бы не упало. Или упало. Но там столько открытий сделали, что я уже не понял даже. Не, ну, мифик отсюда... Вот сейчас берил должен быть, да? Да. То же самое, ребят. Он просто идет по нарастающей, и все. Ну, короче, рассчитывая на то, что за 120 прокрутов ты себе заберешь отсюда все. 120 прокрутов по 270, ну, 3 косаря, короче. За 3000 ты забираешь всю рулетку, что здесь есть. Как по мне, вообще ни о чем. Ну, типа, что это такое? Да, можно крутить по 10 цешек и забрать до какого числа? До 15 июля, да? Можно вообще крутить по 10 цешек, ребятки, и забирать гарант так-то. На секундочку. За сколько это получится? Ну, там 15 прокрутов. За 150 UC ты можешь себе забрать именно эмоцию, получается, да? Следующий на 45. Это, получается, уже голова у тебя будет. Ну, в общем-то, делайте выводы. Это можно крутить по 10 UC и забирать. Я тоже могу, в принципе, по 10 UC крутить и забрать костюм, потому что в костюме я гонять не буду. Все максимально просто. Ну, хотя, с другой стороны, это будет именно... Ну, может быть, есть шанс, что упадет сам костюм, да? Шанс, конечно, минимальный, но он есть. Давайте оставим. Так, покрутим. Все равно вы уже знаете, потому что мы крутили на аккаунте Хардыча, что и как здесь работает. Но выйдет дешевле. Если вы просто будете крутить до 14, к примеру, числа по 10 C, может быть, еще что-то дропнется. А потом просто в конце уже добить и забрать все, потому что гаранта есть, это никуда не уйдет. А вдруг еще за 10 C что-то дропнется во время того, сколько вы будете крутить. Поэтому моя рекомендация — лучше так сделать. Ну а теперь по поводу возврата UC, потому что, ну прям снова же, миллиард сообщений, Dream, когда будет возврат UC, было же 12 тысяч, сейчас недавно, когда вернут. Ребятки, у нас никогда не было два возврата UC за сезон, не было, поэтому по факту, если так и останется, как было до этого, получается, что у нас возврата UC в этом сезоне уже не будет, то есть он будет только... В новом сезоне, в новом обновлении, которое выйдет 10 июля. Конечно, могут быть изменения. Это PUBG, как ни крути. Если вдруг появятся новости, я, конечно, вас об этом оповещу, сделаю постик об этом, да. Может быть, именно когда закончится у нас возврат. Почему нет? Потому что у нас именно еще и 5 июля мумии, как вы помните, да. И, в принципе, было бы логично добавить вместе с мумиями этот возврат в UC, потому что, ну, многие захотели бы себе заполучить бонус. Поэтому я, в принципе, думаю, что, возможно, будет исключение. Нам добавят 5 июля, потому что обнова, в принципе, 10-го, что там осталось, да. Но до этого у нас не было два там, я не помню, чтобы у нас было два таких события именно за сезон. Я имею в виду возврат UC, само собой, да. У нас был возврат UC, а потом вот этот вот именно потрясающий возврат. Возврат UC — это награда за покупку, если вдруг кто-то не понял, о чем речь, да. И вот такой вот потрясающий возврат за потраченный UC. Такое, да, у нас вот два разных события, они чередовались один за другим. Были даже и вместе. Но вот чтобы два раза была награда за покупку, так называемый возврат UC, такого у нас не было. Но, повторюсь, в принципе, смотря на дату здесь, когда заканчивается данное событие, да, и зная то, что нас ожидают мумии, было бы логично, что данное событие именно добавили бы вот именно в этих датах примерно. Поэтому, ребятки, ждите, пока что не ожидается именно возврата UC никакого, поэтому... Просто ждем. Если вдруг появится инфа, конечно же, я об этом скажу, потому что это PUBG, все может измениться. Вот, рулетка, да, должна была выйти в 3 ночи, вышла в 11, ё-моё, это как? И вообще в событиях, и вообще с гарантами.
Когда такое было? Короче, все может быть, поэтому, если ты не хочешь пропустить новости и быть в курсе, просто подпишись на телеграм-канал. Потому что, вот, к примеру, про обновление, да, я заговорил. Там, в телеграм-канале, я уже выложил именно тематику, которая нас ожидает. Есть именно вот такой вот скринец, ребятки, где указано, что следующее обновление будет на тематику Атлантида. Конечно же, надеюсь, там будет все максимально круто. Уже есть сливы скинов, именно вот такие вот сливы, ребятки. Вы их можете более детально посмотреть, конечно же, снова же в моем телеграм-канале. Там какие-то пираты могут быть, потому что там еще это как концепт, да, из того, что должны добавить. Скины на пушечки, на аугу нас ожидается, улучшаемый скин. Короче, много интересного, и все это вы можете найти, повторюсь еще раз, в моем телеграм-канале. Поэтому перейди и подпишись, чего ты ждешь. Ну, а я, в принципе, все рассказал и показал, что хотел. Если видосик был для вас полезным, интересным, прожми свой царский лайк. Не забывай про все розыгрыши. Ну, а завтра, 13 числа, не знаю, когда смотришь этот видос, жду вас на стриме, ребятки, потому что каналу исполнится 5 лет. Поэтому приглашаю всех. На этом все. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1.